Что такое семья? Люди, которым ты нужен, в радости и горе, в мелочах или в целом. Они приходят в нужную минуту и остаются с тобой, несмотря ни на что. Моя семья большая, очень крепкая и дружная. В нашей семье все любят и уважают друг друга. Нас 5 человек. Мама, папа, сестра, братик и я. Семья – это главное в моей жизни. И так, думаю, должно быть всегда. Очень важно, чтобы у человека была добрая, ласковая семья. Чтобы человек всегда мог найти там поддержку, любовь. Чтобы было где отдохнуть душой, спрятаться от невзгод. Самое сокровенное счастье в жизни каждого человека – это семья. С самого рождения нас окружает тепло и забота родителей, внимание и нежность близких людей. В этот мир мы приходим маленькими принцами и принцессами, постепенно познавая все окружающее, превращаясь в настоящих юных исследователей. Первое слово, первый шаг, первое падение – это наша общая победа. Чем старше мы становимся, тем яснее понимаем, что на самом деле нет ничего важнее счастливой маминой улыбки и бесконечно теплых папиных ладоней. Семья – это целый мир, в котором тебя любят таким, какой ты есть. Каждый из нас так или иначе стремится наполнить свою жизнь любовью. Мы выбираем единственно верный путь для того, чтобы отыскать свою половинку и обрести то самое драгоценное счастье. Создавая семью, мы создаем свое будущее. Наше будущее в наших руках.